подраздел «Статистика» в личном кабинете Skyway Capital. В этом видео мы рассмотрим подраздел «Статистика». Посмотрим, где она находится, что отражает и его функциональность в целом. Нажимаем раздел «Партнерам», далее подраздел «Статистика». Подраздел состоит из разделов «Личная статистика», «Сводная статистика» и «Структура». Личная статистика. Предоставляем информацию о вашем статусе в компании. Сколько необходимо инвестиций до следующего статуса. Условия выполнения квалификации. Личные инвестиции. Сколько инвестировано с акционного счета. Реферальные вознаграждения. Общий доход от структуры. Какое количество акций на данный момент оформлено на вас. Сколько зарезервировано по рассрочке. Сумма инвестиций вашей первой линии. Реферальные начисления можно посмотреть от одного дня до настоящего времени с момента регистрации. В разделе «Реферальные бонусы» показано в цифрах, сколько заработано. За сегодня, за последние 7 дней, за последние 12 месяцев, за все время. В разделе «Мои инвестиции» показано, сколько вы инвестировали. Сегодня, за последние 7 дней, за последние 12 месяцев, за все время. Сводная статистика. Слева указаны фамилия, имя партнера, чуть ниже его спонсор. Для удобства в компании используются и цветовые решения. Каждый цвет выделяет статус человека в компании. Это очень удобно, что позволяет сразу же определить лидера как в первой линии, так и по структуре в целом. В каком уровне человек находится по отношению к вам? Наведя на значок «I», он отобразит email, телефон, Skype человека, который он указал при регистрации, что позволяет связаться с ним в кратчайшие сроки. Инвестировал. В этой колонке показываются личные инвестиции в компанию. Меню партнеров. Показывает количество партнеров и активность ваших людей. Партнерские инвестиции. Отображает сумму общих привлеченных инвестиций с той или иной команды. Далее видно дату регистрации человека в вашей структуре. Нажав на значок «плюс» с левой стороны, перед вами развернется меню с более подробной информацией о том или ином лидере и его активности в целом. Структура. Здесь находится более сжатая информация о статусах ваших партнеров, сколько в вашей структуре клиентов, партнеров, консультантов, лидеров и так далее. А также сводная информация по уровням об инвестициях в целом в вашей структуре.